Здравствуйте, ребята! Неизвестно, кто и когда придумал самую первую сказку, ведь было это очень-очень давно. И сказки тогда не записывались, а рассказывались устно, то есть передавались от одного сказочника другому из уст в уста. Все сказки можно поделить на народные, как, например, русские народные сказки. Это «Теремок», «Колобок», «Три медведя» и так далее. Все эти сказки придумали наши далекие предки. Придуман народ. А есть сказки литературные, авторские. Например, «Цветик-семицветик» автор Катаев, «Горячий камень» Гайдар, «Как львенок и черепаха пели песню» Козлов. А как бы посередине, между народными и авторскими, находятся сказки, собранные и литературно обработанные писателями, собирателями сказок. Так, среди собирателей и литературных обработчиков русских сказок наиболее известны Александр Николаевич Афанасьев и Михаил Александрович Булатов. У каждого народа есть свои народные сказки, которые передавались из уст в уста, и свои знаменитые собиратели и обработчики сказок. Французские народные сказки, наиболее известные в литературной обработке, это Шарль Перро, датский Ганс Христиан Андерсен. Ну а в Германии собирателями народных сказок были братья Гримм, Якоб и Вильгельм. Давным-давно, в 18 веке, в немецком городке Ханау жила семья юриста Филиппа Вильгельма Гримма и его жены Доротеи. В те времена еще не было Германии как единой страны, а было много маленьких княжеств, которые враждовали и ни в чем не хотели уступать друг другу. Отец и дед братьев Гримм были юристами, работали в суде. Фамилия Гримм в переводе на русский язык обозначает гнев. Как же трепетали преступники, когда их судил сам господин Гнев, по-немецки Герр Гримм. В семье Гримм было 6 детей, 5 братьев и 1 сестра. Все жили очень дружно. Двое старших братьев Якоб и Вильгельм были неразлучны. В 1796 году отец заболел воспалением легких и умер. Вскоре семья переехала в город Кассель. Здесь Якоб и Вильгельм поступили в Кассельский лицей, где преподавали хорошие учителя. Братья окончили гимназию не за 7 или 8 лет, как это бывало обычно, а за 4 года. В 1802 году Якоб, а в 1803 году и Вильгельм стали студентами юридического факультета Марбургского университета. Но их интерес все больше обращался к средневековой немецкой поэзии, поэтическому богатству прошлого, языку предков. Еще в университете они начали собирать народные сказки и предания, переводить на современный язык произведения древней немецкой поэзии. Братья Гримм составили первую немецкую грамматику и самый первый словарь начал составлять Якоб Гримм. Этот словарь закончили составлять только через 100 лет. И работали над ним десятки ученых из Академии наук. Собирая народные песни, легенды, братья вспомнили и про сказки. Они стали расспрашивать всех друзей и знакомых, и каждый вспоминал какую-нибудь сказку, а братья записывали. Братья Гримм знакомятся со сказительницей Доротеей Фиман. А знакомятся они с ней случайно. Она жила в небольшой крестьянской деревушке под Касселем. Отец Доротеи держал постоялый двор, через который проходил нескончаемый поток путешественников. Помогавшей отцу по хозяйству, девочке довелось выслушать немало чудесных историй и сказок, которыми делились друг с другом проезжие. В момент знакомства госпоже Фиман было уже за 50, но сказки, услышанные в далеком детстве, сохранились в ее памяти в неизменном виде, что наряду с талантом прирожденного рассказчика вызывало
неизменное восхищение Якоба и Вильгельма. Во, братья собрали свыше 200 сказок. Среди них волшебные сказки, населенные ведьмами, колдунями и гномами. Сказки о животных, бытовые сказки, действия которых разворачиваются не в волшебном лесу или заколдованном замке, а дома. Сказочные герои, находчивый крестьянин, ремесленник, солдат состязаются в уме и ловкости с драконами, ведьмами, великанами и гномами. Зло отступает, справедливость торжествует, счастье приходит к смелому. А сейчас я предлагаю вспомнить сказки братьев Гримм, а в конце проверить себя. Сказки братьев Гримм переведены более чем на 100 языков. Поэтому памятники и самим братьям Гримм, и героям их сказок можно встретить во многих странах мира. Больше всего памятников возведено бременским музыкантам. В Германии с 1975 года действует замечательный туристический маршрут от Ханау до Бремена – дорога сказок.